Так, мы вот сейчас находимся на рынке в Дербенте, Верхний базар. Вот сейчас подошли к мясному отделу, крытый рынок. Сейчас посмотрим, что здесь продают. Покажем вам. Вот смотрите, есть такие вот языки, они говяжьи. А вот какая цена здесь? 250. Вот. Ну, я смотрю, все. Все свежее. Все свежее, все хорошее. Легкие. Да. Языки. Да. То же самое. А вот сердце большие какие. Такие большие сердца. Ну. Ой, здесь. Боятся прям. Прям боятся. Да. Печень, языки, печень, хорошее мясо, да, так, вот, даже с этикетками уже как бы на проверка на пригодность, все есть, вот, мясо говяжье, телячье. Почем у вас мясо-то? 400 рублей будет за килограмм мяса говяжье. Ну, хорошее мясо, смотрю. Отличное. Да, прям видно, что оно... Это без костей, 480. Эти по 400. А, по 400, это 480. Да, вот хорошие висят такие пластины. Так, это тоже, это у вас говядина, да? Баранина и говядина. Баранина и говядина. А разница большая там в цене? 50 рублей, да? Ясно. Ну вот это значит, вот баранина, баранина, ну хорошая баранина, свежая, нормально вообще. Видно, что мясо свежее, хорошее. Отличное мясо. Вот такой рынок, да? Большой. Оп, сейчас посмотрим еще. Так, а вот висят уже тушки непосредственно. Это баранина висит. Вот она. Готовая, только-только. Готова рубленый на шашлыке можно снять. На шашлыки. Вот такие есть. А, вот, да. Ну, она с косточкой, да? А, с костями, с косточкой. Неплохой шашлык будет, да? Ну, немножко жирноват или нет? Нормально? Не-не-не, без жира, но высокий, деревянный будет. Высокий. Жесткий, да, конечно. Жир, жирком, а мы не... И почем такое? Это 400. Да, вот. Ну, видно, что свежее мясо, хорошее мясо. Ну-ка. Да. Нормально. Сейчас посмотрим. Сейчас снимем, посмотрим. Да, подойдем еще. Вот много у вас, я смотрю, продуктов. Это мы на YouTube. Для YouTube, YouTube. Так. Да, мясо, вот я баранину там посмотрел, на шашлыки он нормально. Здесь вот тоже, да? Так, здесь тоже мясо. Угу. Ну, вот такое вот мясо, значит, на кости. Хорошее мясо на кости. Прям пожарить, милое дело. Рынок большой. Тут тоже говядина. Говядина тут тоже вот висит. Все. Они вот, даже вот проверка, видишь, на качество. На качество. Вот сразу висит этикетки. Вот там этикетки, везде все этикетки. Баранина, посмотри. Да, ну для шашлыка, вот он говорит. Вот для шашлыка вот такие. Там 400. По 250, сколько? 400 рублей, сколько? Баранина, килограмм.
350 у него. А вот для шашлыка там или что это? Как, да. Тоже почем? 400, наверное. Так. Вот смотри еще. Хорошие, да, лопаточки такие висят? Ну, это ножка или как ее называют? А, ну да, здесь уже конкретно сразу фарш. Так. $30. А, поездка куда-то. Такси. Так, ну понятно. Сколько, говоришь, стоит? Килограмм 30. Сколько? 10 рублей килограмм. А, понятно. Ну, конечно, это... Она профессиональная машинка. Такая вот она, знаешь. Может, даже косточки перемолит. Габаритная. Ну, хорошая услуга, да? Конечно, надо помолол. Дома, чтобы не заниматься лишним. Так, ну вот здесь тоже. Что? Мясо. Везде продают много мяса. Короче, мясо такая цена. От 350 баранина 400 стоит. Ну, а мякоть 480. А говядина тоже 400-480 стоит. Практически они одинаковые здесь. Большие тушки вот здесь есть, смотрю. Вон большая. Это. А вот баранина. Можно целиком взять. И сколько будет такой целиком стоить? 13 килограмм, 14-15. А по цене сколько? 6,5 примерно. 6 тысяч, если берешь целиком. А, 6 тысяч целиком. А здесь примерно 13-15 килограмм. А. Ну вот, но я вижу, она свежая совершенно. Свежая, хорошая. Хороший, да. Барашек. Привезли вот так, да. 6 тысяч, да. Это знаешь, на зиму взять. Конечно. Морозилку, конечно, забить. И на всю зиму хватит. Угу. Вот, видишь. Ну что, нужно сюда переезжать. Жить. Да, 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 да. Ну ладно, спасибо. А вот, значит, говядина. Дорога. Такая цена тоже такая. 450. А, 450. 450 говядина. Ну вот баранина висит сверху. А вот запки баранины. Вот. Ну а как же, это самое хорошее мясо, это что, вот это. Это чистое мясо, считай. Жирком. Чистое мясо, да. Это можно и на шашлык, куда угодно. А, да. Лопатки. Говядина. Ну да, 400, говорит, 450. Да. Оптом берешь, если баранину. Значит, 6 тысяч отдашь за 13 килограмм. Она где-то 13 килограмм стоит, да. Ну, в общем, вот такой мясной здесь. 400-420. А вот 420. Ну, да, видно, да. Мясо хорошее. Красное, свежее мясо, нормально. Его даже, вот, видишь, смотри, видно красное. Да. Красное, нормальное мясо. И в основном, что мы заметили, что когда на рынок на какой-то придешь, да, если мясо проветренное, допустим, просроченное, то сразу пахнет очень сильно. А здесь как-то все свеже. Даже запаха нет на этом рынке. Чтобы... Кровь даже не высохла. Да, да. Не пахнет вообще ничем. Нормально, да. Вот это нравится. Ну, в общем, вот так. Вот такой вот мясной. Кому понравилось, подписывайтесь.